Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Илья, а это разоблачение фейков в PUBG, уже 26 выпуск. Давненько не было этой рубрики, поэтому сейчас под Новый год пора это дело исправлять. Сегодня получился очень продуктивный выпуск, прям много удачных проверок, но спойлерить не буду. Я просто уверен, что вам понравится, так что наливайте чаек, устраивайтесь поудобнее и погнали смотреть новый, сочный и интересный выпуск, сразу после небольшой рекламы. Калибр — это бесплатный тактический экшен о современном спецназе, в котором решает тактика. Возьми на себя роль штурмовика, снайпера, бойца поддержки или медика. Выполняй ПВЕ миссии или сражайся с другими игроками в ураганных ПВП. Проведи разведку боем на совершенно новой карте или прими участие в новогоднем квесте, чтобы получить уникальные награды и особые праздничные камуфляжи. Качай калибр бесплатно по ссылке в описании и получай 1800 кредитов сразу после обучения. Первое на сегодня видео из ТикТока, и давайте его смотреть. На видео чувак взрывает колеса на багги, садится в него и катится со скоростью, будто его везет тиммейт. Оно набрало кучу лайков, кучу просмотров, и мне его скидывали очень много раз, так что давайте его проверим. Как раз самое то, чтобы размяться перед более сложными проверками. Итак, поехали. Блин, чё ты, классе. Готов последний выпуск записать? Что будет, если? Что будет разоблачение фейков? Последний? В смысле последний? Тебе въебать? Это последний уже, все. В этом году, тебе въебать? Извини. Короче, сегодня у нас будет вообще... Нет, я смотрю видео уже. Нет, подожди, не смотри. Дай я скажу. У нас сегодня уникальный выпуск, понимаешь? У нас сегодня 4 видоса в PUBG Mobile. Нету в ПК, понимаешь? Кризис фейков в ПК PUBG. Бля. Поэтому я думаю, ты счастлив очень, что мы сегодня только в Mobile. Да. Давай, смотри первую видеозапись. Смотрю. А как у него такой вид широкий? Он что, на айфоне 11 играет? Не знаю. Угол такой. Ну, угол большой, да. Больше интересно, как он так разогнался на баге. Ля, блядь. Ну, я думаю, это не фейк как-то, но все равно что-то жопа какая-то. Не спидхаки? Ну, не знаю. Ты не узнаешь, кстати, место по локации, что это вообще такое? Узнаю. Что это? Это за починками рядом со школой этом. Ага. Ну, давай тогда сразу туда, найдем баги и проверим. Ну, давай. Ну, давай тогда. Ну, давай. Так, я нашел бугу. Ты давай там этот калашик желательно организуй, я подъеду сейчас. Да ты сам там едешь сзади меня, я понял. Я понял, я думал, ты в починках уже торчишь. Так, я давай без тебя туда буду проверять, да? О, я нашел калаш, все супер. Сейчас как раз, все, с тебя осталось только подъехать. Да, еще подъеду. Так, я на месте. Я сейчас пытаюсь точное место найти, местоположение. Неважно. Вот здесь. Сейчас я посмотрю, что делал детенок. Так, он прыгнул на водительское, потом спрыгнул, она покатилась, и он на второй запрыгнул. Вот так вот, наверное. Ну давай это ты делать будешь, у меня не поставлено эти. Ну давай. Давай. Давай, ломаем. Стой, с калаша, дай хоть одну сломаю. Ну что, ты давай. Все, давай, падай. Так. О, пацанчик-то реально поехал. О, ну скорость нормально развивает, кстати. 50, 52, 54, 55. Мама, привет. Мамам привет. Ну дальше оно не сильно едет. Оно так как-то. Вяленько. Хотя, кстати, 20 км нормально. Можно, в принципе, доехать. Ну что кажешь, Артём? Так, по кайф. Мама, короче, пришла, стесняюсь. Ну, в общем, что, не фейк, если что, можете пользоваться. Если как бы горочка есть, можно так вот сделать дело. Что, дальше пошли? Оказалось, багги без покрышек и правда может катиться с горки, да еще и с такой огромной скоростью. Поэтому видео не фейк, если что, берите на заметку, по-моему, это отличная фишка для тактики. А мы идем дальше. Второе видео также из ТикТока, как и все последующие, но вот с ним у нас давние отношения. Итак, вот это видео. Еще в январе этого года мы проверяли похожее видео в рубрике «Что будет если?». Тогда у нас не получилось, и мы закрыли вопрос. Но подобные видео все появляются и появляются, а мне их продолжают присылать. И не может же быть такого, чтобы фейк делали постоянно. Скорее всего, тогда мы сделали какую-то ошибку, так что сейчас, в конце года, самое время ее исправить. И наконец поставить точку с подобными видосами. И давайте такой байт. Если у нас получается запустить Артемку на флайере, то с вас лайк.
Итак, поехали. Ну ты помнишь, мы его проверяли, но сейчас в последний раз его кидают прям очень много раз. Оно опять хайпится, поэтому в тот раз мы не поставили точку. Да. До просмотра где-то 1 000 000 будет. В тот раз мы точку не поставили в этом деле. В этот раз надо его поставить, понимаешь? Конец года. Ровно прям. В правую ногу мне стрелять сейчас флайерами. Хорошо. У нас есть целых 2 попытки, да? Да. Угу. Под конец года надо эпично это все сделать, чтобы красиво было. Но он прям под пятку стрельнул ровно. Надо сейчас так же постараться. Да. Ну, елку поставили. Да, школьники елку нарядили. В Екатеринбурге за 40 миллионов. Ну поехали, давай, нападай. Давай. Один раз я тебя запущу, а потом ты меня. Давай. Пацанчик-то реально лысым стал. Так, это где было? На какой высоте? Вот здесь? Да, походу. Да, вот здесь. Да. Ну ты запрыгни на вот эту штучку. Еще туда. Ты прям по видео смотри, как там было. Да, дальше надо быстро. А то выстреливай, будет обидно. Ага, он прям к краю, да? Ну вот мне кажется, если я чуть вперед, я уже упаду. А, ну все, чисто под ногу так. Или еще, может, подожди. Ты рэди? Сейчас. Правее смотри. О! Пацанчик-то реально никуда не поехал. Ага, давай, теперь я. Ну я тебя прям туда стрельнул. Походу фейк видео. Я тебя прям вообще в то самое место попал. Я нормально сижу? Да, вроде. Так еще. Давай чуть правее. Да, вот так. Сейчас. Подготовка. Ну да, логарифмы и учитываем там. Я не помню, он сидел или нет? Да. Пацанчик-то реально сидел. Все, да. Видос-то реально фейковый оказался. Да не может быть, он фейковый. Да ну... Не, слушай, мы проебываемся. Надо стрелять вот сюда. Вот в эту штуку прям. Понимаешь? Типа, чтобы он отскочил, что ли, от нее? Да, чтобы он отрикошетил от этой и тебе под ноги залетел. Вот давай под елкой посмотрим, может под елкой флэр лежит. Давай посмотрим. Давай, фарми флеерганы, я буду их себе брать. О. Ну да, воришкин. Трясем елку. Так, флеерган один дропнулся. Давай еще. Я елку зафакапил, поехали. Так, итого у нас получается сколько? 2 флеергана? Ну да. Да сейчас, я думаю, сделаем. Я уже приноровился более-менее. Тем более сейчас, может, там елку еще пошатаем. Опа, Дед Мороз, придет тебе от детей. Артем все елки пошатал в районе. О, флеерган. Пойдем. 3 штуки у нас или 4? Ну, у меня 3. Все. Я тебе все отдал. Ты посмотри на видосе, а то у меня мой телефончик заразрядился за 20 тысяч рублей. Хорошо. Я так понял, нам надо стрелять вот эту перегородочку, чтобы она отрикошетила в тебя. Угу. Пересмотр делается. Ну, давай, садись. Как? Ну, туда, на край. Не-не, ты сильно... Туда, да. Ну, поближе ко мне можно чуть-чуть. И развернись левее. Сейчас еще раз. Финальный пересмотр. А ты на физику не смотри, я духом сильный. Так, ты можешь чуть вот правее встать? Чуть-чуть назад и правее. Назад еще чуть-чуть. Во, вот так. Хочу в космос. О! Ля, блядь, ля, лечу. Твою мать! Неужели, чувак? Охренеть. Пацанчик-то реально полетел. Мы это сколько пытались проверить? Жесть. Чисто российская космическая программа вот так вот устроена. Давай еще, у нас еще 2 есть. Оказывается, это не фикшена ничего. И так можно летать. Вау! Блин, ребят, давайте лайк вот. Это, знаете, вот мы завершили дело, начатое в начале года, завершили его в конце. Мне кажется, достойно лайка, да, просто. Да. Все надо дела доделывать. Вот бы. И оставлять в прошлом. 50 тысяч до Нового года. 50 тысяч до Нового года, вот бы, да. Вот бы видео Артём сделал, да. Да, завтра выпущу. Да. Давай. О, опа. Смотри, я сейчас потом убью. Давай. Нет, не могу. В общем, ты понял, да? Чтобы оно отрикошетило от этой штуки, и мне в ногу улетело. Полетел, давай. О! Так что, ребят, если что, пользуйтесь. Надо, чтобы отрикошетило от предмета и полетело потом уже в человека. По-другому никак не получится. Ну что, Артём, ты рад, скажи? Да. Очень рад. Давай, скажи, что это не фейк, и мы завершаем это. Это не фейк, 50 тысяч до Нового года я жду. Лайков, да, под этим видео. На канале на моем подписчике. Не-не, лайков под этим видео. 50 тысяч человек. Лайков под этим видео. И в конце концов у нас получилось. Видео и вправду не фейк, как и все похожие, просто-то мы его неправильно делали. Нужен был рикошет, а вот мы его запускали как-то коряво, и поэтому у нас не получалось. Так что вот, минус один давний фейк, а мы идем дальше. Третий видос от русского тиктокера, который очень сильно завирусился. Давайте его посмотрим.
На нем чувак кладет приманку, тиммейт не подбегает, и он дверью закидывает тиммейта в пустую комнату, откуда невозможно выбраться. Так сказать, пранк. Так вот, всем стало интересно, правда ли можно вот так запихнуть тиммейта в эту комнату? Или же здесь что-то нечисто? Кидаем ролик Артему и погнали проверять. Я уверен, что не поймешь, что там произошло с первого раза. Все понял, все понятно. Что случилось? Ну, человек открыл дверку, эта дверка его пришиба, он оказался в стене. Да, да, именно так. Мне да, вот это понадобилось три пересмотра. Я думаю, это вообще не фейк, как бы 100% сейчас с первой попытки повторим. С первой попытки повторяем, на меня подписывается 10 тысяч человек до Нового года, понимаешь, да? Хорошо, 40 тысяч, хорошо. А подпишется будет 50. Ну, ты немножко, немножко остынь, остынь, бро, бро. Где эта локация находится, где они проверяли? Я знаю, где это сейчас. Поедем, покажу. Ну, давай, поехали. Ну и где это место? Знаток PUBG Mobile. Это место, сейчас я покажу, где оно. Это место вот тут. Угу. Угу. Ты-то думал, я не знаю, это знаешь. Как ты так определил? Хм, кстати, да, ты правильно третийский угадал. Угу. Я тогда даже их не приметил. Так, я уже почти на месте. Ну, я тоже. Только что-то не пойму. А. Что? Как я сломался? Ну, ты лежу, я сейчас подъеду. Давай. Скорая помощь выехала. А ну да, вот это место. Вот оно вот. Так, ну я думал, это домик, да? Да, да, это вот точно он, я только что сверил, пока лежал. Да. Двери одинаковые такие же. Я думаю. Стоп, давай его здесь проверим. Не-не, стой, нам та комната нужна закрытая. Что-то ничего похожего не вижу. Что-то тоже. Человек что, сочинил дом? Не понимаю. Да, сочинил дом. Ну там рядом второй есть. Может там. Да тут нет. Еще завод какой-то непонятный. Да не, это вот это, наверное, вот, по-моему, это. Вот, да. Вот это место. А, точно, блин, офигеть. Даже так не узнал. Толка или я тебя толкаю. Давай я тебя. Давай, I got surprise. Давай, вставай сюда. Ого. Почти. Бодро, давай. А ну тут пока, блин, сюрприз получится, тут замучишься толкать. Давай. Бодро. Ого, так, я в стене, Запихал? Ого, нет, торчишь, сейчас допихаю. Соседи пришли. Ой. Все, дальше пихаю. Давай. Я, по-моему, застрял здесь. Пацанчик-то реально сдох. Ну ты как-нибудь попробуй туда, в ту комнату попасть. А я вообще никак не могу. Попробуй убить меня. Граната, ага. Ясни. Ты торчишь, я не могу по тебе попасть. А тут комната закрытая, типа, я не знаю даже, как из него выбраться, потом. Просто такая. Не, ну ты-то и не выберешься, там это мой прикол, типа пранк, что типа он застревает в твоей комнате. Это пранк, она же написала, это пранк. Что, рака Макафо? Что, перезаходить что ли будем? Да. Так, ну давай, смотри. Вот, иди сюда, давай, сюда. Смотри, вот я такой, смотри, кладу тебе, да, шоколадку, орешки, такой говорю. I got surprise! А он наберу так вот. Шоколадка. It's a prank, bro. Ага. Попал. А, нет, тут стоишь. А, я сам шоколадку забрал, ладно. Ой. Мне может вот так как-то там на пассиве встать? Попробуй. Я опять в стене замуровался, ну чё да такое? Да что такое? Как у него получилось туда запихать? Не знаю. Ну я сейчас бью стену, тебе ж ничего с этого не, да, не это, не даёт это. Я могу даже шоколадку украсть. Какой-то полуфейк. Полуфейк, полунефейк. Ну что делать? Не знаю. Может пофиксили? Впервые такая ситуация у нас, ребят. Не, мне кажется, не пофиксили просто, видимо. Как-то надо раз на раз, знаешь, оно не приходится. Давай еще раз перезудим. Давай, ласт. Может я тебя затрогаю? Давай, ты меня, давай. Похудее будешь. Шоколадку положишь хоть? А, нету шоколадки. Ай-яй-яй. Трусы бы положил, нельзя. Нельзя такое, на видео тоже нельзя. Ты как-то неумело с дверью обращаешься. У меня их нету просто. О! Опа! Чё это было? Тупо, он взял вот так наискосок, вот так перекинул. Чисто через две стены прошел. А чё нет-то, ёпта? Конечно, я самый толстый в первой застрею. Ой, я сейчас туда телепортнулся на секунду. О, опять! Как? О! О! О, ты там, а! Ты дома? Я в стене застрял. Ну да.
Причем. Ну, короче, такой полуфейк какой-то. Да, да, да. Причем я, кстати, могу смотреть этот. Блин. Я сюда, короче, могу смотреть, туда не могу. Да, наполовину торчу. Короче, как-то так. Ну знаешь, мне кажется, это не фейк, надо просто приноровиться. Мы что-то как-то не это. Да, ну, туда, видимо, куда-то. Надо приноровиться друга, так пранковать, конечно. Да, пранк требует подготовки некоторые. Ну в целом, что, я думаю, не фейк. Ты что думаешь? Я думаю, какой-то полуфейк. Все, ноги такие волосатые. Захочешь повторить, ничего не получится. Ну тут, видимо, кому как повезет. А вдруг возьмешь шоколадку, заберет и все. Ну на этой прекрасной ноте, я думаю, все. Мы как бы ставим диагноз не фейк все-таки, правильно? Да, не фейк. Не фейк. После долгих игр с дверью у нас таки не получилось попасть внутрь комнаты. Однако, получилось пролететь сквозь две стены, так сказать, транзитом через ту комнату, а также забаговаться в стене. Так что в целом мы сошлись, что ролик не фейк, но как пранк, он так себе. С первого раза у вас вряд ли получится. Ну а на этом у меня все. Такое вот видео получилось, надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, у нас уже почти 700 тысяч, так что давайте, ребят, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Также и на Артемку подписывайтесь, у него почти 50 тысяч, надо добить. Ну и можете посмотреть прошлые видосы, если вы их еще не видели. А на этом я с вами прощаюсь, с вами были я, Илья, Кей Сеникс и Артем Лифанов. Всем удачи, всем пока и до скорых новых встреч. А также с наступающим Новым Годом.